Здравия желаем! Сегодня мы пробуем зарезать АКБ, вот, синий, колесом, обратным током. Вот он подключен в сеть эти. Стоит. То есть сеть как он сети берет и отдает назад, то есть обратным током самозаряжается. Сеть нужна как сеть или еще какой-нибудь источник питания нужен, как сказать, как источник, чтобы взять и отдать. То есть не из воздуха берем, а из сети, как бы это система, не из воздуха. Заряжаем все тем же, что я заряжал. Подобранный здесь выпрямитель. Вот им же и заряжаем. Специально подобранный. Так, сейчас просмотрим. Просмотрим, как идет зарядка. Зарядка идет медленно, но верно. Вот где-то минут за 10. Было 12:10. Показывал прибор. Вольтметр. Сейчас пока 12:27. То есть это, как говорится, эксперимент первый. То был у меня эксперимент, там надо было ждать. Эти как. То есть счетчик отходил, то есть энергия бралась, а потом только возвращалась со временем. То есть она была останавливать. И когда останавливаешь, АКБ, видите, они плохо заряжаются, когда останавливаешь. То есть должен непрерывно идти поток. Для ионисторов-то им все равно. А АКБ там потом должен. Вот это вот сейчас подобрал я это выпрямитель. Он медленно заряжает, но непрерывный поток. И это. Сейчас понаблюдайте, вот видите, внимательно. Вот идет чуть вперед, а потом назад. Если вы увидите. Чуть вперед, назад. То есть он ток берет. Ток берет. И назад отдает. Так как обратный ток, при зарядке это выделяется энергия, обратный ток АКБ сильнее, конечно, чем выпрямитель на 60 Вт, а там 200-300 Вт где-то. Ну, сейчас он наполовину разряжен, там 200 Вт, а так 350-400. И вот обратный ток он туда дал, а вы наблюдали, что если кто смотрел осциллограф и видел, значит, ток идет в виде пружины, ну то есть такими периодами, это переменные, постоянные, то же самое идет периодами, но не, но их едва заметишь, там частота. Но вот есть через выпрямитель. То есть выпрямитель есть там, выпрямляет всего, и получается 100 Гц, без этого, без кондеров, без дополнительных там катушек и так далее. Просто поставить, значит, 4 диода, там получается 100 Гц. В этом здесь получается больше, там, 1000 Гц. Ну, то есть периоды все равно частота есть. Частота есть. То есть это пружина. Пружина туда, а как только здесь, так как большой ток, он, выпрямитель тормозится, обратно идет. Обратно раз его, та же пружина, отпружинивает, и обратно туда. Вот.
Вот таким путем идет зарядка. То есть сейчас прервемся. Начало зарядки было вот сейчас 2 часа 10 минут. Часа через 3 продолжим репортаж. Я посмотрю часа через 3, насколько зарядилось. Вам тут надо смотреть, в принципе. Весь этот период, это скучно. Одно и то же. Вам главное все понять, работает или нет эта система. Ну все, надо.